Представители мэрии и думы Ангарского округа посетили одно из местных предприятий пищевой промышленности. Организация существует более 4 лет. На сегодняшний день здесь работают около 150 человек. Основное направление деятельности – производство выпечки и мясных полуфабрикатов. Сырье закупают у местных фермеров. Очень отрадно, что у нас развиваются именно собственные производители. Причем развиваются активно, закупая новое оборудование, увеличивая производственные мощности. И сегодня у предприятия, где мы были, имеется резерв мощностей. Очень важная сторона, конечно, маркетинг, реализация продукции. Но с учетом того, что мы видели, значит, подход к производству, контроль качества, это, безусловно, продукция верхней линейки. Как отметил Сергей Петров, в текущих социально-экономических условиях для муниципалитетов крайне важно создавать наиболее благоприятную платформу для работы, прежде всего местным товаропроизводителям.